56 дней домов, осел, мы если прошли. Если еретические книги, то сжигать нам... Евангелие, я говорю, какие-то еретические. Например, вы не слышите? Баптистские Евангелия. Нет баптистских Евангелий, оно одно Евангелие на весь мир. Нет, там есть. Синодального написано репринтное издание. Синодальное, до слова, до буковки, до запятой. Мы уже с подыскиваем где-нибудь. Евангелие. Евангелие Христово. Вот тебе и благодать. Благодать, благодать. Господь говорит, вы благословляете, священники, а я проклинаю ваше благословение. Вот вам и благодать. Мы на благодать надеемся. Где там благодать, когда он нечестивец давно сатане служит? Это кто говорит? Пророк Малахия. Батюшка, так написано? Так. Да. Но он же тоже благословил его, так что... Бог давно отверг его. Уже ничего нету. И это надо помнить. И поэтому Златоуст говорит, смотри, вместо пастыря не избери волка. Не избери волка, будь внимателен. А он такой, отойди от него. Ты знаешь, он блудник, нечестивый, благодать. Там давно покинутая дыра. Гнойная яма, отойди от него. А нам говорит Господь, молиться за него, да, но не отходи. Молись, но отойди, не отходи. Молиться надо. Я вам говорю, я исправлю, говорит, его. Я говорю о том, что... Я одному говорю, что легче, убить или воскресить? Он говорит, убить легче. Я говорю, когда ты осуждаешь священника, ты убиваешь его. А когда ты его молишься, не осуждают, это его биография. Когда ты его молишься за него, воскрешаешь. Его никто не может воскресить. Бог, молитвой моей. Ну, я вам говорю конкретно уже. Я вижу, что вы непробиваемый. Отец Олег. Как он служил? Стенаю. Не стенаю. Другой наш, в Барнауле. Он там в алтаре богохульничает. В алтаре. Священники говорят, ковырнем за Параскеву. Ковырнем это с просфорами. Понял. Наконец попадается за мужеложество. Отсидел 7 лет. Вернулся. Дети кидают в него камнями, он мне так и положено. А он священник, сам с него не снятый. Все, люди подходят, благословляются, он повесился и все. Служители сатаны ничего не имеют, кроме проклятия. Это его участь, отойди от него. Не играйте этим благословением, он благословен, там ничего нет давно. Вот он благословен, потому что поступает правильно, служит службу, а это богохульники. Был такой патриарх Алексий I еще, первый, Симанский. И он говорил, наши люди простые, они многое простят, но не простят, когда ты кощунствуешь в алтаре, безобразнейший священником говорил. Этого никогда православные не простят. Это действительно так.